Как только наступает лето, пингвины покидают Северодвинск. А осенью опять все 100 пингвинов, члены клуба подводного спорта, возвращаются домой из экспедиций. Они побывали на берегах Белого и Баренцева, Черного и Балтийского морей. С острова Манерон в Японском море вернулся Виталий Пятницкий. Он действительный член географического общества СССР. С давних пор увлекается туризмом, альпинизмом и сходил с рюкзаком всю страну. 8 лет назад вместе с другими энтузиастами он организовал клуб «Пингвин». Все свободное время, остающееся после занятий в детской музыкальной школе, где Виталий Иванович работает преподавателем, он отдает подводному спорту. Члены клуба занимаются не только подводным плаванием, охотой, подводными кинофотосъемками. Они участвуют в прокладке дюкеров, осмотре и очистке подводных сооружений, причальных стенок. На своей базе, на берегу Белого озера, спортсмены проводят осенние тренировки. А когда наступит лето, пингвины вновь отправятся в дальние странствия.